И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Бластер или же Коронавирус. Да, друзья, и сегодня я не один, а с моими друзьями вируснятами. Да, всем привет! Сегодня будем мы троллить на Murder Mystery игроков. Да, также пишите в комментарии, кем мне затроллить в следующей серии, ютуберам или же, друзья, каким-нибудь другим героям. Вот. В общем, не будем медлить, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Ну что, ребята, вот и начинается наша игра, и я мирный житель. А вы, вирснята, вы кто? Я мирный, маньяк, отлично, гудмен маньяк. Так, ребят, давайте сейчас наверное, на улице или на улице не получится встретиться. Ну, так, давайте, где коробки? Вот самое популярное место, что ли, встретимся. Вот, да-да-да, снизу. Там, короче, еще с вентиляцией можно спуститься. А кто маньяк? Гудмен, попрыгай. Этот. Воу, все, не пали. Смотри, сзади чел, давай, бей его. Так, бей его, мочи. Отлично. Давайте не палим, бегаем. Давайте все встретимся и будем все вместе просто шифтить народ. Так, побежали. Побежали. Где этот челик? Куда он делся, кстати? Он сюда вот куда-то побежал. Так, давайте шифтим. Здорово. Мочите его. Ложите его. Просто бам. Отлично. Побежали, друзья, дальше. Так, тут Алекс, смотрите, тут Алекс, вот он. Давайте его. Найс, просто челик. Челик просто в шоке. Столько челиков, и он просто не понял. Так, побежали дальше, наверное. Давайте друг друга не терять. Также, кстати, ребят, пишите, нравится ли вам такая рубрика. Вот вы. Привет, мои вируснята маленькие. Вот. Да, мы в Майнкрафте заразились коронавирусом, друзья. Обязательно поставьте за это лайк, потому что, ну, нам нужно вылечиться. Смотрите, сколько их просто выбегает. Так, давайте искать дальше. Где остальные игроки? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, пять игроков осталось. Я нашел челика, побежали. Ребят, вот здесь челик. Ребят, я понял. Там проход был. Вы убили? Так. Он туда вперед, да, побежал. Детектив убит. Подберите меч и не палите. Не убивайте маньяка. Не надо убивать. Не надо. Мы будем мстить тогда. Просто так. Побежали дальше искать оставшихся, сколько? Четырех игроков, да? Или трех? С математикой, наверное, все хорошо. Раз, два, три, четыре. Четыре, да. Он ушел в вентиляцию, ребят. Я по вентиляции улетел. Вон он. Я за ним. Так, стоп. Здорово. Здорово, челик. Здорово. Стоп. Так. Ребят, давайте, погнали. Все, итак, друзья, побежали дальше. И, ну что ж, осталось 3 игрока. Давайте их найдем и выиграем эту игру, я думаю, да? Так, вон мои вирусняты, я бегу за вами. И давайте, сейчас я вам помогу. Давайте сейчас тактика, просто шифтим маньяк становится сзади и убивает игрока. Он просто будет в шоке, реально. Осталось 2 игрока. Так, где, кстати, маньяк? Попрыгай, пожалуйста, передо мной. О, отлично, все, супер. Побежали дальше. Где вообще челик? Ребят, у вас есть предположение, где есть челики? Так, я, кстати, лук получаю, отлично. Где есть челики? Так, я знаю. Давай. Вот он, бейте его, мочите. Здорово. Да, здорово. Ребят, идите сюда. Смотрите, вы, наверное, нас потеряли. Вот он. Так, первый, я тебя нашел. Ребят, побежали, тут этот челик есть. Он с луком. Здорово, челик. Ну, как дела? Че нового? В принципе, да. Ребят, тут человек, как бы, да, под ником Лиса, да, 007. Наверное, девочка. Давайте мы ее это как-нибудь убьем. Что-то мне интересно, вирснята, вы как? Вы живые или что происходит? Так, да-да-да, вот, живые есть. А то там, я просто побежал туда, там они вообще не двигаются. Давайте, убивайте! Отлично, друзья! Так, детектив убил обычного челика. Отлично, я понял. Подписывайтесь на канал Бластер. Спасибо большое, ребят, за то, что вы это пишете. Так, и остался один игрок, ребят. Я в вентиляцию полетел. Так. Где, кстати, он может быть? Мне очень интересно. Так, я вижу челика своего, это хорошо. И давайте найдем последнего игрока. Победа, серьезно, время истекло. А что, мы победили, нет?
Ладно, отлично, мы поняли. Просто г. И, друзья, давайте переходим ко второй игре. Сейчас продолжим троллить игроков. Ну что ж, ребята, вот и начинается вторая игра. И представляете, кто я? Я маньяк, друзья. Я маньяк. Серьезно, я маньяк. Детектив есть у нас, мини-юник. Так, ребят, я тут в начале игры. Короче, вот. Всем привет, ребят. Давайте сейчас просто бегаем и шифтим игроков и не подаем вида. То есть, кто мы. Так, я сейчас убью первого человека. Так, посмотрю назад. Бам! Отлично! Есть первый. Так, бегаю. Так. Отлично, я челика убил, ребята. Блин, мне нравится эта игра. Просто мне нравится, ребята, эта игра. Так, привет. Бам. Найс. Отлично, друзья. Блин, это так настолько прикольно. Мы просто поражаем всех игроков. Вируснята, привет. Здорово. Бам. А, я что убил? Я убил вируса. Просто, ребята, не надо мне мстить. Смотрите, нас сверху палят, нас просто палят. Блин, я убил маленького вируса. Ну, ладно, ничего страшного. Так, а как подняться, кстати, наверх? Скажите, пожалуйста, как нам подняться наверх? К другим ребятам. Так, потому что они сейчас купят свой замечательный лук, точнее накопят. И, ну, будет очень плохо. Так, пошлите за мной, вирусы. Давайте. Они убегают, так, они вниз побежали. Но ничего, вы не убежите от нас. Так, отлично. Так, и... Привет! Чего? Так. Стой, иди сюда. Иди сюда. И... Да-да-да-да-да. Бам, блин, не попал. Так, друзья, хорошо, давайте шифтим этого челика. Где он, скажите, пожалуйста. Отлично, убил. Ну, я сейчас в наглую просто, друзья. Я палюсь. Так, давайте сейчас их просто. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давайте, стойте. Давайте, друзья. Давайте побыстрее. И, челик, пожалуйста, не подбирай лук. Не подбирай лук. Я хочу красиво. Отлично, друзья. Есть. Так, и остался, как я понимаю, нет, не последняя девочка. Отлично, я убил. Где, кстати, еще игроки? Осталось 3 игрока. Блин, реально, прикольно. Ребят, давайте все вместе просто соберемся. И, ну, челик просто будет в шоке. Так, вот он, я нашел. Так, точнее, не я нашел, а другой челик нашел. Так, не подаем вида. Бам, просто. МД. Так, вон, я вижу челика. Кстати, я же его убил. Я же в него кинул лук. Не, что? Какой лук? Меч. Я же кинул в него меч. Хорошо. Так, давайте. Давайте сейчас. Бам! Просто. Чего? Что такое? Да я же несколько раз в него попал. Хорошо, ребята. Так. И... Давайте. Так, он убегает, как я понимаю. И стой. Стой, челик. Просто стой. Я тебя сейчас догоню. И не попал. Хорошо. Эх, ребят, давайте сейчас его просто в ловушку заведем. Такую. Давайте, вы его гоните, а я его встречу. Он сейчас спрыгнет. По идее, он сверху спрыгнет, да? И я его встречу. Просто, ну вот, настолько будет легко. Так, давай. Где челик? Скажите, пожалуйста, где он? Интересно, где он? Так, вон он, я его вижу. А он опять пошел вниз. Хорошо, я его буду здесь в середине ждать, чтобы он спрыгнул. И я его, в общем, поймаю. Вон он, прыгай. Так, прыгай, челик, давай, прыгай. Ага, он дальше побежал. Умный, хорошо. И... Ай-яй-яй, чуть не попал по своему. Ну ладно, ничего. Так, сейчас челик спрыгнет. Он наверх пошел. Сейчас он спрыгнет. Так, давайте его сейчас поймаем. Давай, чел, ты где? Умный человек, я могу сказать. И он, кстати, остался один, ребят. Поражение, серьезно, друзья. Блин, просто мы за ним столько гонялись. И он выиграл, друзья. Ну ладно, не будем медлить, переходим к прощанию. Погнали, друзья.
Ну что ж, народ, надеюсь, вам понравился данный видеоролик, данный троллинг на Murder Mystery. Пишите в комментарии, кем нам затроллить игроков в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Коронавирус, или же Бластер, и мои маленькие вируснята. Все, друзья, надолго не будем прощаться, всем удачи и покедова!